Всем привет-привет, мои хорошие! С вами Любовь и мой мирок Орхидей. Сегодня мы с вами пересадим мою сказку, которая у меня вот так падает. И она не одна, она с деточкой. У деточки еще, как вам видно, нет совсем своих корешков. Но я ее вообще-то и не собиралась пересаживать отдельно. Мамка это когда-то была реанимашка, была посажена в циофлору и успешно нарастила корешочки. И сейчас я ее просто хочу аккуратненько посадить в другой горшочек, потому что она заваливается. У нее сверху здесь лежал мох, и я его убрала, и она стала у меня вот так падать. Хочу ее просто посадить поровней. И есть у меня вот такой горшочек с дырочками, но я его поставлю в ведерко, и будет влага находиться там внутри. Я думаю, что мы с вами очень быстро это пересадим, потому что делать я это хочу вот так. Сейчас я вас подниму и покажу. Так. Нам надо освободить нашу красотку. О, сколько мы корней тут нарастили в циофлоре. Вот. Видали, какая красота? Тут даже, в принципе, отрезать ей нечего. Ничего не будем ей отрезать. Корешочки, которые поднялись снизу наверх, они подсохли, но ничего я трогать не буду у нее. Так. Просто хочу ее поместить вот сюда поровней. И опять обсыпать тем же, в чем она и сидела. Возможно, сейчас чего-нибудь ей подбавим сверху еще. Возможно, не знаю. Конечно, придется подбавить, потому что здесь не хватает у нас. И мы подбавим ей вот такой вот крошечки, которая состоит из мелкой коры, которая раскрошилась, мха и всего такого. Так. Камушек можно добавить, коры покрупней. Здесь корешок есть, хочу его тоже прижать камушком. Так. Во-первых, детки сейчас тоже коры подбавим к ее шейке. И ей будет комфортнее расти.
Тут у меня даже попадаются кусочки кокосовых чипсов. Тоже неплохо. Туда подальше запихнем чипсу. Так, ну вот такая быстренькая посадочка у нас с вами получилась, перевалочка. Все, сейчас маленечко подолью водички. Все, поставила я верхнее кашпо так вот сюда. И даже особо и незаметно, что она стоит в ведерке. И сейчас маленечко ее прольем сверху, чтобы намочить верхний слой. Все. И водичка вся спустится сейчас вниз, что она и сделала. Все, видите, водичка опустилась вся вниз. И сейчас постепенно будет подниматься наверх. Циофлора будет эту всю влагу поднимать наверх. Потом, когда водичка здесь закончится, я увижу, что все подсохло. Вон, там даже есть, если вам видно, смотрите, воздушные карманы получились у нас с вами. Видно корешочки. Видите? Вон сколько воздушных кармашков получилось. Замечательно. И вот так вот. Сейчас она постоит. И водичка вся впитается. Все. Будем надеяться, что она уже у меня два раза цвела, эта сказка. Несмотря на то, что она была реанимашкой, она все равно меня порадовала. И вот в этот раз я думала, что выходит цветонос, а в итоге увидела, что там детка. Так что у меня теперь будет две в одном. И вот эти воздушные корешочки так интересно у них растут. Здесь у нас раскукленный корешочек. Все, будем ждать ее цветения, и потом я вам обязательно покажу, как же она нас с вами порадует своим цветением. Вот такая быстренькая, прибыстренькая получилась у нас с вами пересадочка. Конечно, надо бы еще протереть ей листочки, но я не буду пока этого делать, потому что надо было это сделать сразу. Циофлора была, как вы видели, хорошая. Не была испорченная. В эту циофлору она была посажена без корней, напоминаю еще раз, больше года назад, где-то полтора года. И просидела она вот в этом азиатском стаканчике. Почему я ее сюда посадила? Потому что, ну, не было на нее надежды, что она выживет. Она выжила благодаря, я считаю, что циофлоре. В циофлоре тоже очень хорошо реанимируются орхидейки. Вот тому результат. Конечно, показать вам ее, какая она была, я не могу, так как я раньше не сохраняла все вот эти вот, да, и мало что для вас снимала. Сейчас я стала очень много для вас показывать, точнее, все показываю, все, что делаю с цветами, я сейчас вам показываю. Поэтому мы будем с вами собирать заново все видеопроекты и будем заново все с вами делать. Вот такая вот замечательная красотулька. Теперь будет стоять счастливая. В удобном горшочке. И нас радовать. Ну что, мои хорошие. Всем пока-пока. Надолго не прощаюсь. Скоро вернусь. Всем добра, здоровья, терпения. И еще раз здоровья. Вам, вашим близким. Конечно же, нашим любимым цветочкам. Пусть они вас радуют, как цветочки, так и близкие хорошими поступками. Всем пока-пока. Да, кто не подписан на мой канал, подписывайтесь. Нажимайте лайк, делитесь видео, потому что впереди у нас с вами, как вы помните, много-много интересного. Всем пока-пока.